ставьте лайки, а лучше два. Один в комментариях, а другой под видео. Привет, друзья, вы на канале «Прошу к столу». И с вами, как всегда, я Ирина. По просьбе наших подписчиков, сегодня мы с вами приготовим еще один очень вкусный салат с крабовыми палочками. Крабовые палочки порежу довольно крупным кубиком. Еще нам для салата понадобятся яйца. Старайтесь резать салат так, чтобы все продукты были более-менее одинаковыми кусочками. В салатик возьму свежий огурчик. Еще для вкуса я в салат добавлю пару перышек зеленого лука. В салат добавляю немного зелени, возьму так пару веточек укропа и петрушечки. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На нашем канале очень много вкусных и простых рецептов. Теперь я к салату добавляю тунец, у меня консервированный, можно добавить отварной. Ну а теперь приготовим заправку. В равной пропорции я беру сметану и майонез. Здесь, конечно, друзья, можете готовить по своему вкусу. Можно взять просто майонез или просто сметану, как вам нравится. Также будет вкусно и заправить обычным йогуртом. Добавляю заправку в салат. И теперь для вкуса немножко добавлю черного перца. И немного соли. Салат перемешиваем. То давайте скорее попробуем салат. Друзья, это вот так. Супер, очень вкусно. Рекомендую. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, а лучше два. Один в комментариях, а другой под видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!